Большой привет из Риги, друзья. Вроде бы очень просто поставить камеру. Ты в комнате один, ну не считая Кузи. И поставил камеру, включил ее. И сидишь, разговариваешь, что-то обсуждаешь, чем-то делишься. Вокруг тебя нет никого. И ты вроде можешь совершенно спокойно, ничего не опасаясь, сидеть и разговаривать. Но как это иногда оказывается сложно. На моем канале очень давно не было таких роликов болтательных, болтологических. И сегодня я подумала, что надо, наверное, восполнить этот пробел, поговорить, просто сесть на камеру, поговорить, рассказать, как у меня дела, как на работе, что еще происходит. Но это было очень сложно, скажу честно. Полчаса я собиралась, просто что-то решала, что надеть. Перемерила несколько вариантов. Мне не нравится, то там жмет, то там шуршит. В общем, остановилась на простой шелковой блузке и вот такое украшение надела. Подумала, что это не будет отвлекать вас от выслушивания меня. В общем, как оказалось, друзья, сесть перед камерой – это достаточно сложно. Но Кузьма здесь, конечно, бушует. Кузя, иди уже сюда тогда, рядышком посиди со мной. О чем мне хотелось сегодня поговорить? Наверное, о наболевшем. Уже год назад мы с вами обсуждали эту тему. Когда я говорила, что я очень устала на работе, что мне нужно делать выбор, а выбор этот я делать не очень хочу. Я всю жизнь была трудоголиком. Наверное, это у меня от мамы. Мама тоже моя всю жизнь была трудоголиком. Работала на двух, иногда на трех работах. И вот год назад я как бы разговаривала с вами, делилась вот тем, что я так устала, сил нет. Просто, что мне уже много лет, а вот я работаю. Не потому что мне так очень хочется. И даже, знаете, я теперь понимаю, не потому что так нужно, а просто потому что ты так боишься выпасть вот из этой общественной жизни. Наверное, это было так. Потом в какой-то момент я все-таки поняла, что дальше так невозможно, что я просто грублю свое здоровье. И зачем же эти деньги, если ты гробишь это здоровье? Я ушла с работы, полгода я сидела дома, просто замечательно сидела дома. Знаете, отсыпалась, отлеживалась, гуляла по городу, даже похудела килограмм, наверное, на 4, потому что еще много двигалась. Но пришло время, когда вот весной, когда мне надо было все-таки решать, потому что уходила я из Рима с условием возврата. Если бы я через полгода после того, как уволилась, не вернулась в Риме, то я бы потеряла медицинскую страховку, потеряла бы зарплату, которая у меня была на момент ухода. И я вернулась. Я стала вроде работать меньше, всего 3 дня, не как я работала 5 дней, а всего 3 дня в неделю. Но я не знаю, что произошло за эти полгода. То ли мой организм, настолько ему понравилось быть дома, быть, знаете, свободным в своем выборе. Сегодня, например, ты проснулся, и не надо обязательно вставать к определенному времени. Ты можешь поспать, ты можешь встать, попить кофе, опять лечь. Ты можешь поехать в город гулять или же дома остаться. В общем, мой организм взбунтовался. Он стал, знаете, сначала потихонечку бунтовать, потом уже все больше и больше. И, возможно, кто-то помнит, но я жаловалась на то, что у меня отекают ноги, очень сильно болят вены. И опять встал вопрос, что же делать. То есть выбор. Либо ты должен все-таки уйти с работы, но тогда как жить? На что жить? Я жила на съемном жилье, но даже если бы я жила в своей квартире, все равно за квартиру надо платить, надо оплачивать счета, телефон, там, ну, вы понимаете, всякие бытовые
траты. При том, что я не курю и не пью, меня очень, знаете, питаюсь, я очень скромна. Ну, правда, сладкоежка, люблю очень сладкое. У меня вот эта статья расходов достаточно большая. Но по жизни я трачу очень мало. Мне немного надо денег для как бы жизни. И вот опять запуталась. Мои мысли опять скачут, знаете, как вот как кузнечики. И вот весной, когда у меня опять начались проблемы со здоровьем, уже не психологическим, а физическим, опять встал вопрос, что же делать. Я и так работаю 3 дня в неделю, это вроде бы немного, но мой организм стал бунтовать. И тогда я приняла решение перейти, как я думала, на якобы менее тяжелую работу, то есть в интернет-магазин собирать заказы. То есть, что такое интернет-магазин? У меня как-то спрашивали, что это такое. Интернет-магазин – это вы в интернете, там, в своем компьютере или в своем телефоне заходите на сайт магазина, в данном случае это Риме, в нашем Максиме это тоже еще одна большая сеть, и в ней тоже есть интернет-магазин. Но в Риме это буквально недавно, возможно, только год как. Вы заказываете товары определенные, какие вы хотите, оплачиваете, и потом либо приезжаете в магазин уже за готовым заказом, собранным, либо вам домой привозят. Так вот, я перешла на работу собирать заказы, под которые вы заказываете. Что это такое? Это значит, что у тебя есть твой орудие труда. Большая тележка, она 1,5 метра. На ней ставятся 10 мешков, таких, ну, бумажных мешков. Вот представьте размер. То есть в каждой ячейке 1 мешок. В него можно очень много что положить. И таких на 2 уровнях до 10 мешков. 12 даже, по-моему. У тебя стоят весы маленькие, на которых ты взвешиваешь товар, который весовой. У тебя есть пистолет, которым ты, если надо, срок годности ставишь на конфеты обычно, на печенье. У тебя есть мешки, в которые ты складываешь как товар, если это развесной, также. У тебя есть аппаратик, на котором ты, ну, лента там идет, да, клейка. У тебя здесь большой такой тяжелый аппарат. Он, ну, как по мне, он тяжелый. И здесь у тебя тоже такой маленький аппаратик, сканер. И вот у тебя вот это вот твое, значит, рабочее как бы обмундирование. Ты ходишь по магазину с этой тележкой и собираешь товар. У тебя в аппаратике здесь идет вот так по очереди товар, который тебе надо сосканировать. Ты должен его найти в магазине обязательно. Для этого ты должен великолепно знать, где что лежит. А магазин большой, гипер. И когда ты находишь этот товар, ты сканером вот таким маленьким здесь нажимаешь, сканируешь. И потом тебе показывает этот аппарат, куда ты должен положить, в какой заказ должен положить этот товар. Заказы обычно в одном круге, потому что за смену в среднем 5 кругов ты должен пройти. В одном круге у тебя бывает иногда 2 заказа сразу, 3 и максимум 4 заказа. Я почему-то была уверена, что мне будет легче именно вот на такой работе, потому что я не сижу. То есть я подумала, что если я, например, когда я выходная, я целый день гуляю по городу, по магазинам, снимаю для 2-го канала в секонд-хенде, и я приезжаю вечером, конечно, я уставшая, конечно, у меня болят ноги, но они у меня не отекают, у меня не болят вены. Ну, как бы, знаете, просто усталость. Но я глубоко заблуждалась. Я 3 дня училась днем, а изначально я пошла на работу в ночную смену, потому что ночью нет людей. С этой тележкой тебе проще. Проще где-то припарковаться в этом же магазине. То есть
И вас всего в магазине 5 человек, 6. 5 работников и один, даже не знаю, как должность, ну, старший, так скажем, кто делает тоже большую работу. Как оказалось, это все очень сложно. И даже не то, что запомнить. Конечно, тебе довольно сложно запомнить, потому что тебе все-таки уже возраст, и не такая хорошая память. Плюс ты все не сразу это запоминаешь. Тебе все равно нужно время. День, два, неделю, две, чтобы хорошо запомнить. Конечно, ты каждый раз, беря тот или иной товар на полке, ты, конечно, запоминаешь. Также у тебя есть, например, IP-адрес, на котором в твоем аппаратике есть номер полки, где этот товар лежит. Но есть такие нюансы, о которых ты еще не знаешь, когда пришел на эту работу. В результате первые 3 дня днем я училась, а учеба, знаете, так проходила. 2 часа меня отучили, показали, что на аппаратике то все, и через 2 часа мне дали тележку, дали 3 заказа, сказали: иди, Лена. Конечно, это была паника. Когда мне надо было, я понимала, что вот этот товар, у меня была паника, где же он, знаете, вот дикая паника. Потом у меня первые 3 дня, я вот рассказывала уже на стриме, который был 2 недели, наверное, назад, что мне очень сложно с этим аппаратом. У него очень много функций, и я не могла запомнить. Это, знаете, было от волнения, от того, что я старалась быстрее научиться. Но вы же прекрасно понимаете, что быстрее не всегда получается. В результате у меня первые 3 дня было очень большие проблемы вот с этим аппаратом, на котором все идут заказы, которым это основной. Вот этот аппарат, он основной твой рабочий инструмент. Через 3 дня я потом пошла все-таки в ночь работать. Меня поставили уже в ночь. Первые 2 ночи очень тяжело. Тяжело о том, что 9 часов ты вот эту тележку, а она, знаете, и так нелегкая, но с наполнением товара она становится тяжелее, и тебе ее тяжелее толкать. В общем, и мои ноги, опять-таки, ноги, которые, когда я по 14 часов сидела на кассе, они бунтовали, что вены болят и отекают. То сейчас, ночью работая, мои ноги взбунтовались очень сильно. И, в общем-то, к чему я вот эти 10 минут вам рассказываю эту всю ситуацию, к тому, что опять встал вопрос, что же делать. Мои дети разделились на 2 лагеря. Сын говорит мне, и, возможно, он прав: мама, ты себя убиваешь. Ты сейчас пытаешься заработать для того, чтобы через какое-то время все эти деньги ты потратила на восстановление своего здоровья. И когда я ему говорю: Женя, я не хочу уходить. Меня очень держит медицинская страховка. Плюс я всего работаю 2 дня, 2 ночи в неделю. Ну вот что вроде бы, да? 2 ночи в неделю, то есть 18 часов. Это вроде бы несложно. Но ты все равно приходишь утром. И если ты, например, я думаю, многие знают, что я работаю на второй работе. Вторая работа у меня связана тоже с раскладкой товара в магазине. Она тоже ночная, но после второй работы я прихожу, я могу 2-3 часа поспать, ну, встать и поехать в город, и еще целый день гулять. То здесь, после вот моей новой ночной работы, я не могу встать целый день, я целый день сплю. И просто, знаете, сползаю с дивана, пойду попью, покушаю и опять сплю. И мне сам говорит: мама, ты себя убиваешь на этой работе. Я говорю: Женя, ну я вроде 2 дня только работаю. Мне очень нужна эта медицинская страховка. Я ради нее работаю. И, конечно же, не только. Мне все-таки надо платить за квартиру. А эта работа, она дает все-таки какую-то стабильность. И все
гарантии государственные. Моя дочь, напротив, она противоположного мнения. Мама, не надо, пожалуйста, потерпи, попробуй привыкнуть. И вот эти два противоположных полюса, два мнения, и я посередине них. И я не знаю, если честно. То есть я знаю, что многие из вас будут абсолютно со мной согласны, что работа государственная – это стабильность стопроцентная. Плюс вот у меня еще медицинская страховка, которая в моем возрасте – это очень важно. Сейчас вот я начала обследование, там меня на сердце послали обследование, вены. Вот сегодня, вчера я была у кардиолога, меня отправили сосуды проверить, шеи. Ну вот такие обследования. Эти обследования каждое с визитом к врачу стоит 100 евро. Понимаете? То есть, если бы не моя медицинская страховка, я вряд ли бы пошла бы за деньги. Я ждала бы государственной программе. По государственной программе, например, у нас на такие обследования надо ждать полгода. Вот, например, я вчера записалась на обследование вен, сосудов шеи. И за деньги это 1,5 недели ждать. По государственной программе меня могли записать только на март месяц. То есть, и вот опять дилемма. И я решила все-таки обсудить это с вами. Конечно же, я приму решение сама, естественно. Но мне хотелось обсудить с вами это, услышать ваше мнение. И вот еще что скажу, друзья. 3 года назад я бы 100%, если бы я сказала эти слова, я бы подумала, ну, сумасшедшая Лена. Так вот, еще 3 года назад, когда, или 2, там, или даже год назад, когда какие-то у нас были стримы, мы обсуждали пенсию, вот даже буквально на последнем прямом эфире мы обсуждали, кто-то написал, что я на пенсии, я счастлива. Еще год назад я бы сказала, Господи, да я и говорила, а что мне делать на пенсии, что? Сейчас я хочу сказать, друзья, я была бы счастлива, если бы я могла сейчас пойти на пенсию. Я думаю, что бы я могла так много делать? Мне так хочется, например, делать бижутерию. Я об этом вам даже говорила, что мне бы очень хотелось. У меня есть из чего делать, переделывать. Знаете, вот фантазии вроде не особо, но все равно очень интересный процесс. Но у меня нет времени. У меня 2 работы. Даже если я уйду со 2-й работы, она у меня всего 2 раза в месяц, это не спасет мою ситуацию. Я бы скорее ушла с основной работы, чем я ушла бы со 2-й работы. Но на 2-й работе я работаю официально, но там нет медицинской страховки. Вот беда. И опять стала дилемма. Мне вроде и хочется послушать сына, а вроде я понимаю, что и дочь права. В общем, вот такая у меня дилемма, друзья. Я не знаю. Мои дети сейчас, сын с невесткой, за границей. Они предлагают подумать и поискать мне работу. Но я говорю сыну, Женя, ты живешь в таком городке, невестка вот в начале декабря из другой страны прилетит к нему, у нее закончится контракт. И я ему говорю, Женя, а что я буду делать вот в этом городочке? Нет секондов и нет эвэя. То есть секонд нет, 2-го канала, значит, тоже нет. И моего любимого секонд-хенда тоже нет. А что я тогда буду делать в свои выходные, например? Просто сидеть перед телевизором или перед компьютером? И вроде бы, понимаете, хочется. Потому что ты поедешь вроде к детям, ты будешь рядышком с детьми. Они тебе как бы на первое время помогут. Ты сможешь там, например, у них пожить, пока не работу не найти. Мои планы, мои мечты, что мой YouTube-канал, на котором уже очень много
зрителей, подписчиков. У нас такая, знаете, собралась хорошая компания. И что будет с ИБМ, например, где я не смогу продавать и тоже зарабатывать? И что будет с Ютубом? Ну, в общем, очень много вопросов. Все как-то очень сумбурно в моей голове. Возможно, мне все-таки надо попытаться привыкнуть. Конечно, я бы с большим удовольствием работала бы даже один день в неделю. Но так вообще не разрешат. Хотя бы 2 дня в неделю надо работать. И знаете, опять переходить на дневную работу, ну, нелогично. Я опять тогда буду сидеть на кассе по 14 часов. У меня опять будут отекать ноги. Найти другую работу. Я уверена, что кто-то из вас скажет: Лена, найдите другую работу. Но какую? Опять-таки, хорошо там, где нас нет. И опять-таки, это надо все заново. И не на каждой работе, а довольно на редкой работе, есть медицинская страховка. В общем, столько вопросов, столько у меня в голове сейчас мыслей, сумбура. Спасибо вам, друзья, поболтала я. Не знаю, как вам такой формат. Я еще раз повторюсь, я очень давно не снимала, но мне хотелось все-таки вот обсудить это с вами. Спасибо вам, хорошего вам настроения, не болейте, друзья. И всем пока.